Глава республики принял участие в селекторном совещании Министерства сельского хозяйства России по вопросам реализации льготного кредитования. Егор Борисов затронул вопрос о деятельности филиала Россельхозбанка в республике. Как уточнил глава, филиал банка в Якутске не имеет лимитов для обслуживания фермерских хозяйств в республике. В этой связи Северный регион просит, чтобы был выстроен механизм по предоставлению лимитов финансирования филиала банка в Якутске с целью более оперативной работы с кредитополучателями. Выслушав просьбу руководителя Якутии, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев дал слово представителям банка, которые заверили главу Якутии, что все сложности будут решены.